Четвертый российский фестиваль гитарной музыки снова на сцене. 10 июля 2021 года. Московская область, Коломенский городской округ. В программе композиции в стиле рок, блюз, джаз, фанк, фьюжн, классическая музыка и поп-музыка. Мастер-классы и автограф-сессии. Четвертый российский фестиваль гитарной музыки вновь соберет на сцене легендарных музыкантов. Участники Open Air марафона, гитаристы-исполнители из России, Франции, США, Италии и других стран. Четвертый российский фестиваль гитарной музыки. 10 июля. Московская область. Коломенский городской округ. Вход свободный. Генеральный партнер «Коломенская ягода» при поддержке «Рок-ФМ» и «Радио родных дорог». На фестивале будут соблюдены обязательные меры санитарно-эпидемиологической безопасности.